Мир вам, дорогие радиослушатели! В эфире еженедельная христианская передача «Миссии Фридмштина». Мы приветствуем вас любовью Господа Иисуса Христа и истинное и священного Писания. Иисус говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. За жизнью нужно идти не к мертвому, но к живому. И этой жизнью является только Иисус Христос. Только Он дает эту вечную жизнь каждому человеку и тебе, уважаемый слушатель. Сегодняшняя передача посвящена теме «Свет и тьма». Библия нам говорит, что светом является Иисус Христос. Тьма же относится к противоположной личности, не похожа на Христа. Уважаемый слушатель, какая личность занимает в твоем сердце больше места, свет или тьма?